привет. Я сегодня выражать папой. Я путешалка. Я буду бучить папу. Погнали. А чем можно? А можно играть? А потом не так играть. А, ребята, у Сереги вышел видос, как ему Степа помогает затащить последнюю каточку и апнуть 40. Обязательно пойдите зацените. Друзья, ну что я могу поделать, если у меня растет такой маленький бустер. Ну захотел он мне помочь. Ну говорю, ну что ты, ну ты не сможешь, ну ты не умеешь играть. Не, пап, давай я помогу, пожалуйста, я хочу видео сняться. Я ему разрешил это сделать, и, конечно же, он попал ко мне в этот такой, знаете, исторический для меня видос. Конечно же, это была шутка, конечно же, это было все сделано специально. Ну, а теперь я вам покажу, как же все было на самом деле, и как же я поднял и поднял ли 40. Усаживайтесь поудобнее, нажимайте на лайк, нажимайте на подписочку. Это очень важно для меня, потому что благодаря вам, благодаря вашей поддержке это все случилось. Ну, все это скажу в конце. Приятного просмотра. Поехали. Фух. 40 тысяч, а не такие 40 тысяч. Ребята, в одном из прошлых роликов я немножко слился по кубкам. Совсем немножко, оставалась одна игра. Но все из-за того, что просто карта очень рандомная. И самое, знаете, что обидное? Что остается 12 уже часов до конца сезона. Если я не апну и не разыграюсь на этой карте, другой карты уже не будет. Все, дальше идет сброс сезона. Другого геймграба не будет. Только уже в новом сезоне. Поэтому мне надо адаптироваться под эту карту, вернуть кубки, ну и сделать все красиво. Поехали в бой. Со мной Ростик, со мной Петя ММА. Обязательно, ребята, чтобы затащить меня, вам надо поставить лайк, подписаться на канал, ввести код ММА в магазине и подписаться на моих напарников в описании. Очень надеюсь на вашу поддержку. Бэнг! Мы едем в бой. Победа за нами. Поехали возвращать 40 тысяч. Была одна... Один кубок. Ну, скажу честно, я не рассчитывал апать 40 тысяч, когда было 39 999. Потому что я хочу апнуть, чтобы было ровно 40. А если я бы выиграл прошлую катку, у меня бы было там 40 тысяч 6 кубков. А я хочу ровно 40 тысяч, красивую цифру. Кстати, пацаны отдают, поэтому эту катку мы, скорее всего, забираем. Итак, ребята, предыдущую катку мы забрали. Сейчас мы выиграли, то есть там челики отдавали. Сейчас мы катаем против каких-то серьезных типов. Вот, и сейчас у нас счет 5-0. Так, я сейчас перейду в телепорт. Блин, я очень надеюсь. Блин, такая карта рандомная. Просто жесть. Под конец сезона, как знали, как подгадить нам. Это просто жесть. Никому она не нравится. Ну, все топы говорят, просто жесть, типа карта. Так, отлично.
Ладно, главное навести суеты. Так. Один кубок... Ой, один гем остался. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Гриму на себя. Уже не летит. Так, 10. Тут сейчас залетят, да? Оп. Ой. Что, там пришли кто-то? Не-не, просто ты улетел. Не, все нормально, я живу. Фух, мы затащили эту каточку. И у меня, ребяточки, сейчас скажу сколько. У меня 39,85 кубка. Вау, остается две катки, что ли? Не. Да. Ну, три. Да, да, две. 40 капну. Блин, не, хочу, чтобы было ровно. Итак, дорогие друзья, у меня 3 семерки на быке, и у меня 39,993! Ровно одна катка! Так, подожди, ровно одна катка. Да. Ребята, прежде чем мы перейдем к видосу, я хотел бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, достойна ли награда за 40 тысяч кубков просто мегабокс? Или было бы круто, если бы разработчики что-то реально крутое придумали, изобрели, чтобы за такие большие кубки давали какие-то эксклюзивные классные вещи? Я за эту идею очень сильно топлю. И посмотрите, вот какой-то концепт я изобразил. Было бы прикольно, чтобы какой-то, возможно, крутой мега ящик или новый ящик давали бы. Или, возможно, какой-то скин, пин, не знаю, что угодно. Но не просто мегабокс. Поддержите лайк эту идею, если вы со мной согласны. Возможно, разработчики в будущем прислушаются и что-нибудь добавят. Ровно одна катка и 40 тысяч. А вот в этот момент у меня для вас сюрприз. А какой? Сейчас узнаете. Оп! Чуваки. А как мы тут оказались? Это... Чуваки. Чуваки, да, 39,993. Да. Причем, давай сейчас включим топ. Подожди, вот просто. Давай, список лидеров. Да, бойцы. Местная ру. Ой, в трофее местная ру. 32, второе и 33 место, ребятки. О, и отец сверху. Я не знаю, кстати, почему ты сверху, но, блин, мы... Не-не, я про Петю. А, зря. Чуваки, мы, блин, это сделали, мы добрались до этих 40 тысяч кубасов. Во-первых, хочу, ну можно я дам пару слов? Да, да, конечно. Короче, во-первых, я хочу благодарочку Ване сделать сразу же, да, потому что, кто знает, кто не знает, он уже несколько дней топчется на одном и том же месте, и я думаю, что он по-джентльменски меня подождал, и поэтому огромный тебе, бро, респект. Ну, пусть будет это так, не будем брать во внимание тиль. Ну, блин, короче, да, ну, в любом случае, для меня лично, это просто трэшовый челлендж был. Те, кто знают, те знают, последнюю неделю по 12 часов ночью резался на стриме. Спасибо вам всем, чуваки, огромное. Это был самый тяжелый челлендж в моей жизни, без преувеличения. Это просто, ну, невероятный трэш. У нас буквально остается одна каточка. И прямо мы по-братски ее сейчас в одной тиме, прикиньте, просто вот. Я не знаю, мы хотели, конечно, прям сделать максимально это как-то по странной дружбе в дуо пойти, но это будет максимально примитивно. Да, это жестко. Мы просто не выведем. Это будет нетолерантно с нашей стороны. Поэтому мы взяли, кто там, Роб, стоп, Роба взяли. Всем привет, с вами Топ. Не так, всем стоп, с вами Роб. Вот, так, ладно. Боже. На самом деле, довольно символично, Роб, мне на самом деле, я хотел бы перечислить людей, которые мне помогали, я, возможно, всех не вспомню, но это Лейс, он же Сэм, это Сева, кто там, стоп, Роб, кто с нами еще играл? Папа Хэл. Папа Хэл. Дофига людей, короче, очень много людей мне помогали. Эмуми огромный респект, у него прям, ему есть за что. Мой низкий поклон только Петь. Ну и всем тоже, кто со мной играл, ну от начала до конца, прям вообще. Да, спасибо всем, кто нам помогал, это, блин, это мы не вывезли, это реально. Реально, блин, бесконечное количество, я буду об этом говорить, не знаю, бесконечное количество снайпа. Снайпа? Так снайпа? Правильно, об этом лучше говорить нам, чем вот это в комментах. Да вас снайпили, да вас бустят топы, да вас там мой то-то-то. Да. Снайпили, потому что, блин, это не мои кубки, это все, ну, я чисто влил сюда. Общие, наши, да. Время, да.
А подписчики, блин, мне реально помогали всячески. И в конце видео я каким-то образом, монтажер, если не умрет от этого, он вставит скрины или ники многих людей, которые снайпили. И, короче, это был трэш. Это реально трэш. Я думаю, вы за этим следили. Это было. Так, слушай, жестко. Слушай, подожди. Мы еще 40 не апнем. Давай апнем, потом вот задвинем. Потому давай, что хорошо. Ты уже благодаришь, мы еще и даже не апнули. Я не знаю, мне уже, я, ну, как бы, блин, последний, мы даже еще в бой не пошли. Последний бой, ты же не знаешь, что нас ждет там. Давай. Хорошо. Вы готовы? Прожмите все лайк сейчас. Просто прожмите все лайк, подпишитесь на наши каналы. Это пуш не наш, не мой, не Сереги. Это наш, наших все подписчики. Мои, Сереги, это наш пуш. Мы все вместе на стримах апали, сидели. Давайте это закончим, да? Да. Поехали. Я боюсь. Ребята, там надо... Моментальный подбор, там Тима! Ну все, приплыли. Там так, жопа. По флангам. Да иди туда, к этому. Куда? Блин. Ну все, началось. Давай, зажимаем. Зажимаем. И сразу телепортируйся потом. Ну все, пошел я. Ух, я у них на базе. Иди направо, Ром. Направо. Да, справа, я справа. Залетаю. Фам. Убил. Блин, а там у них два мидера получается. Это Джесси и... Боже, мы в одной руме. Так, а где Джеки? Не, туда ты пашется? Я ее поддефливаю. Она в углу. Опа. Там мортиру поставили, сейчас сломаю, попробую. Я закидаю. Все, отлично. Оп. Оп. Чик. Все, минус Пенни. Отстань. Телепортируюсь. Я живой. Фух. А, она вместе со мной, блин. Так, там Джеки у нас снизу. Да, 300 хп, все отлично. Я залетаю на телепорт. Так. Мортира нормально накидывает. Так. А, их нет даже, кстати. Все, я нормально никто не видел. И пустой. Так, пенни еще есть. Я поднакидаю на мортиру. Есть. И вот таким вот образом. Тихо. Джеки, ты надо послать сейчас. Так, давай. Улетай. Да, все нормально, не плачь. У меня нервный тик. Ой, я тут, короче, лужу разолью, если что, расходимся по разные стороны. Выживайте. Так, вселяйся. Нормально, живем, все хорошо, у меня ульт, все под контролем. 1 секунд, так. А кто тебя пингует? Давай этого, оп, убил. Аккуратно, живи. Просто спасите. Живи. Это сделали! Ой, я случайно. А, 7! Вот она! Что? Все правильно? Все ровно? 7. Лети к папочке! 40 000! Блин, лол. Ну я же говорил. Это просто же. Ну? А у меня нет слов. У меня есть. Вы просто герой. Это, подожди, намек на ссылку в описании. Роб только атаку умеет. Не, ну я оставлю, вы знаете. А, подожди, Роб, подожди. Ты же продал канал, да? Функционирует. Что? Функционирует. А, функционирует. Окей, ребят, оставим, посмотрите, что там Роб чем занят в последнее время. Это просто жизнь. Что ты хочешь в конце сказать? Ты хочешь жить? Ты любишь жизнь? Я очень люблю жизнь. Я понял, ценить жизнь. Я понял, что у меня было очень много свободного времени, правда, раньше. 40 000. Давай батл на наградах, когда они будут полезными. Блин, давай. Смотри, блин, реально красиво получится вообще. Ребят, прожмите кучу лайкосиков, чтобы мы вальнули этот батл. Это просто капец. Кстати, вы же поняли, да? У Вани на канале... Даня откатывает вот эту последнюю карту. Да. А у меня на канале откатывает Степа. Так что тоже перейдите по ссылкам в описании. Я рад, что ты все закончилось. Да, мы красиво, символично, последнюю. Еще так. Интересно, что, да, еще последняя катка, блин, была не против каких-то рандомов, там сразу Тима нашлась. Да, сразу. И мы сражались за эту победу, достойно, я считаю, вообще. Вообще жесть. В силу своих возможностей мы сделали максимум, что смогли, блин, тонны времени, короче, всем огромнейший респект.
и устал, и кайфанул. В общем, это очень круто. Айда праздновать. Да, я еще перед собой просто прикольно. Ну, у Вани был уже опыт 30К, у меня-то не было. И я-то прославленный сундукооткрыватель. Никто от меня такого явно не ожидал. А так вы провели весь месяц, видели, как я пытался вас переубедить, что все возможно. Спасибо вам реально огромное. Всех обнимаю. До скорых. Пока, ребят. Ну что, 50К? Дядя Петя, ты дурак.